Мой дорогой зритель, я приветствую тебя в новом выпуске. В этом выпуске я хочу с тобой рассмотреть двух победителей в номинации «Проект бизнес-класса на стадии реализации» и «Проект премиум-класса на стадии реализации», которые удостоены награды по версии Move Realty Awards 2018 года. Вместе с тобой я хочу понять, чем удостоены эти объекты данной премии и чем отличается все-таки бизнес-класс от премиум-класса, сколько он стоит и какие условия приобретения. Также я хотел бы попросить тебя подписаться на мой Инстаграм. Я поставил себе цель до 1 октября вырасти до 40 тысяч подписчиков. Мне нужна твоя поддержка. Я же взамен предложу тебе интересный контент, полезные посты. Подписывайся, ссылка будет ниже. Я желаю тебе приятного просмотра. Спасибо, что ты с нами. Не забывай подписываться на канал и оставлять свой комментарий. Поехали. И вы смотрите, что мне недвижка подарила. Если бы не он, этой квартиры не существовало. Почему этот проект выиграл эту номинацию? Бизнес-класс без компромиссов. Премиум-класс по цене бизнес-класса. Что это такое? Это вторая картина, которая продана в России. Люди, которые покупают здесь квартиру, им не нужно мириться ни с чем. Давай начнем все-таки с того, что строим мы его для людей. Какие картины висят в офисе McKinsey? Кать, спасибо тебе, мужик. Заморочились, молодцы. Друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу проинформировать вас о том, что в рамках компании Lobster Group мы создали продукт для владельцев недвижимости. Для любого владельца недвижимости, начиная от там 10-15 миллионов рублей. Что именно мы предлагаем? Мы предлагаем быстро и безболезненно выйти, скорее всего, из уже убыточного актива, потому что рынок меняется и на рынке появляются достаточно конкурентные предложения в виде новых жилых комплексов и участников рынка, и переложить свои деньги в объект, который даст вам от 10 до 30% годовых. Ниже будет номер телефона моей компании. Звоните, мы вышлем вам презентацию, ознакомитесь, будут вопросы, обращайтесь. Поехали. Я задавал, несколько раз ребятам задавал вопрос, почему они живут там, где они живут. Это предыдущие апартаменты, собственно говоря, на Павелецкой, потому что они полностью не котировались с моим представлением и того, где такая прогрессивная пара может жить, потому что там не очень активное место, не высокого качества, скажем так, уровень жизни. Здорово. Друзья, я вам сегодня покажу свою квартиру. И в какой-то момент мне позвонила Катя и сказала: «Стас, мы хотим жить в Сити, мы хотим жить в Око. Нам что-то там предложили за дешевые деньги». Я сразу промониторил, понял, что те объекты, которые предложили, не совсем прозрачная история. После чего я взялся и сказал, что я помогу вам найти. Мы оказались в этих апартаментах, они выглядели совершенно иначе. Сразу на следующий день мы приехали на переговоры. Поговорив с застройщиком, нам удалось согласовать интересные условия, после которых мы тут же подписали документы, тут же сделали первый платеж, и, собственно говоря, ребята начали делать ремонт, и за очень короткий период полностью очистили, казалось бы, уже готовый для жизни объект и переделали его для себя. Доброе утро! Сегодня завершается наш переезд в Москва-Сити. Мне жалко только то, что мы совсем мало здесь пожили. Но я уже так привыкла к Сити, к району, к месту, где мы будем жить, и мне очень нравится. Ура! Ничего себе! Ничего себе! Ух ты! Четко, очень четко. Как круто, а? Классно. Мне очень нравится. Я безумно за них рад, и очень волнительно было ехать сегодня сюда и чувствовать причастность к этому важному событию для этой потрясающей семьи. Круто, я рад за ребят. Готов. Объект бизнес-класса компании Cesar Group. Жилой комплекс «Династия». Виктор Прокопенко нам сейчас поможет понять, чем же удостоен этот объект внимания премии Move Realty Awards 2018 года? Почему этот проект выиграл эту номинацию? На наш взгляд, этот проект соответствует категории именно бизнес-класс без компромиссов. Мы даже выработали для себя интересную фразу. Да. О том, что люди, которые покупают здесь квартиру, им не нужно мириться ни с чем. У них соответствие полное их внутренним ощущениям о том, что такое дом бизнес-класса. Но какие цифры инвестор полагается в вашем проекте? Каждый оценивает по-своему, мы можем сказать именно про цифры, которые есть. Что с момента старта продаж этого жилого комплекса это прошло полтора года, здесь цена выросла более чем на 35%. Это мы говорим о том, что пока что это бетон,
пока что еще не появились фасады. Mm-hmm. Ценник на недвижимость растет не плавно от момента котлован до момента ввода в эксплуатацию, mm-hmm. а, скажем там, так некими чекпоинтами, что построен монолит, вырос ценник, начали делать фасад, вырос ценник, сделали фасады, открыли одну секцию, еще раз вырос ценник. И самый скачок будет именно после того, как дом введется в эксплуатацию, и человек уже может зайти и увидеть, почувствовать все это. Очень большое внимание люди уделяют двору, если нужно, мы об этом поговорим. Это действительно двор-парк, который включает в себя все для того, чтобы комфортно находиться в нем. Это и детские площадки, и классический фонтан с замечательной лавкой по кругу, которая угол наклона которого уже тебя заранее расслабляет, чтобы ты наслаждался шумом воды и отключался от своих мыслей. И зона сухого фонтана как раз в детской зоне. И зона такого спокойного отдыха, которая максимально закрыта. То есть ты находишься и в закрытом дворе, и еще вот в этом пространстве ты находишься тоже максимально изолированно от всех тех людей, которые находятся у тебя во дворе. То есть там автомобиль туда просто не будет заезжать, парковаться? Конечно. Если обратим внимание, вот с этой стороны мы видим, въезд в паркинг уходит вниз, причем о паркинге тоже можно разговаривать. Это минус два этажа под всей территорией абсолютно этого жилого комплекса. Таким образом, двор является крышей подземного паркинга, на котором воссоздана вся рекреационная зона. Какая площадь застройки участка? 4,9 гектара. Супер, давай пройдемся по стройке. Пойдем. Супер, спасибо. Порядок у вас здесь, кстати. Компания Afi Development, Яна Тачалова, резиденция архитекторов. Именно этот проект стал победителем в номинации «Проект года премиум-класса» на стадии реализации в Москве. Это все очень сложно. Давай попробуем коротко и понятно в первую очередь рассказать, кто такие Afi Development? Afi Development – это международный застройщик жилой и коммерческой недвижимости. Компания более 17 лет находится на российском рынке и уже 8 лет находится в премиальном списке лондонской фондовой биржи. Угу. На данном этапе уже завершенных проектов порядка 750 тысяч квадратных метров, и сейчас в стадии реализации чуть менее 1,5 миллиона квадратных метров строящихся проектов жилых и коммерческих помещений. Насколько я помню, насколько у меня сложилось впечатление об Afi Development, что вы все время находились в премиум-сегменте. Сейчас вы немножечко пошли в что-то более доступное с учетом меняющегося рынка, верно? Скорее мы пошли от коммерческой недвижимости в жилую, и мы просто разрастаемся линейкой так, как совершенно верно, это требует рынок, этого требует спрос, этого требуют покупатели. Сейчас мы добавили в линейку проекты комфорт-класса, и, соответственно, это и Москва, и Московская область. Все от комфорта до премиал. Во-первых, у меня лично вопрос, который, скорее всего, есть также у зрителей. Почему резиденция архитекторов? Afi Development создает свои дома для вдохновения, для тех, кто умеет вдохновлять, вдохновляться, позитивно смотреть на мир. Поэтому на Павелецкой набережной у нас есть жилой комплекс резиденции композиторов. Здесь на Рубцовской набережной резиденции архитекторов. И это тот нейминг, который просто дает почувствовать атмосферу творческую, многогранную и вдохновляющую от каждого жилого комплекса, который мы строим. И вы смотрите, что мне недвижка подарила. Ножик? Значит, все-таки он заработал сегодня. Но я не против, на самом деле, потому что он свою работу сделал охрененно круто. Я даже готов был бы доплатить. На самом деле, очень важно в Москве найти своего человека, который будет там помогать тебе с разными вопросами. Не движемся, потому что здесь этот рынок такой чернушный, просто ужас. Исходя из запросов, ребят, был одним из ключевых требований – это 4 парковочных места. Чтобы вы понимали, в ОКО эта ситуация решается очень трудно, потому что паркинг достаточно маленький, паркинг дорогой, и получить 4 машины места очень накладно. Есть выход в виде приобретения машины места не под самой башней, а рядом с ней, в строящемся паркинге, либо в бизнес-центре, что не совсем устроило. Но этот вопрос был решен, и на сегодняшний момент есть 2 парковочных места, где Дима может полноценно парковать свои автомобили, спускаться вниз и выезжать во внешний мир. Напоминаю, жилой комплекс «Династия» получил премию
как проект года в сегменте бизнес-класса на стадии реализации. И как ты считаешь, вот доставая при продаже аргумент в виде того, что ваш проект является победителем в номинации такой-то, это если взять от 0 до 10, насколько это влияет на принятие решения покупателя? Это, конечно же, не 10. Я бы сказал, что это где-то 5-7. Ага. Но этот критерий включается в самом конце для клиента. То есть нет такого, что вначале, он да? приходит и спрашивает, в каких номинациях, в каких конкурсах вы победили. Но этот момент важен для клиента уже к 5-7 пунктам. Сначала он понимает, что ему это нравится, а дальше он начинает понимать, что думают остальные профессионалы рынка недвижимости по поводу этого жилого комплекса. Ресепшн будет вот такой прям, да? Отдельная история к ресепшн, конечно. Красиво. Это светлая история. Причем, обрати внимание, в каждой входной группе есть гостевой санузел, что на самом деле крайне важно. Да. И он максимально спрятан для того, чтобы это не было как отдельная дверь. То есть он не привлекает на себя внимание, но эта история, она есть. Мы думали прежде всего комфортом каждого человека, когда он будет здесь жить. И закрывали в проекте те маленькие потребности, которые очень неочевидны на этапе приобретения квартиры, в бетоне, на этапе стройки и так далее. Слушай, на самом деле, вот искренне могу сказать, вот сейчас иду и думаю, и понимаю, что у меня реально сложился пазл, я реально могу сказать, что этот проект, на мой взгляд, субъективный, соответствует бизнес-классу, возможно, даже там, я бы даже маленький плюсик поставил. Очень хочу, чтобы вы пригласили меня посмотреть это по финалу, да, и показать это зрителю в первую очередь, потому что давай согласимся, что у нас в социуме есть такое глобальное недоверие, потому что много лжи было в жизненный опыт большой. В государстве, в банковской сфере, в девелопменте. Люди наелись, и хочется верить этим картинкам. Я вообще оптимист, да, мне хочется верить людям и верить этим картинкам, да, но хочется укрепить у себя в первую очередь вот это вот положение того, что да, услышал, да, соответствует, и в первую очередь людям сказать, потому что аудитория меня смотрит, которая так или иначе связана с недвижимостью, либо рассматривает недвижимость, либо имеет, для того, чтобы мы путем этого контента снимали вот этот вот барьер, да. Мне самому сложно жить с этим барьером в социуме, да. Я понимаю, что и окружающим тоже сложно, поэтому вот из благих намерений хочется там путем этого контента развеивать вот эту всю пыль, показывая, что на сегодняшний момент на рынке есть люди, которые говорят и делают, соответствуют тому, что они сказали. Хорошо. А чем же этот проект заслужил важную награду? Есть ряд параметров, которые премиалка, любой объект в премиум-классе должен иметь. Это количество квадратных метров минимальное на одного человека. То есть большие площади квартир от 50-60 квадратов. Это высота потолков. Не менее трех метров, да. Это интересная архитектурная концепция, хорошее архитектурное бюро, архитектор с хорошим, богатым портфолио. Uh-huh. Желательно проектов схожего класса, высокого уровня. Uh-huh. Это насыщенная внутренняя инфраструктура самого жилого комплекса. Uh-huh. Например? И благоустройство. Наличие торговых галерей, каких-то интересных, может быть, студий, творческих студий, детский сад или школа, в зависимости от масштаба проекта. Какие-то нестандартные идеи, времяпровождения, чтобы жителю, покупателю было интересно проводить время не только в своей квартире, но и на территории жилого комплекса. Этот московский ткацкий комбинат, который на территории которого мы строим, он с 1893 года здесь находится. Ну, давно уже как бы прекратил свою работу. И всегда проще там сломать все это, какой-то архитектурной ценности не представляет. И историческую подоплеку никак не почувствовать и проекту не соотнести. Но мы изначально, когда ставили, что по одному проекту, что по другому, часть задачу истории вы сохраняете, архитекторам, да? Да, и кирпичную кладку, и восстанавливаем по старинным чертежам, и стараемся вот эти кусочки истории использовать в проекте, потому что они все равно добавляют атмосферы. А тем более здесь, в Басманном районе, центр столицы, хочется почувствовать историю, хочется, если да, ты выбираешь для себя проект премиум-класса в центре, в историческом центре, где родился Пушкин, где родился Лермонтов, хочется к этой истории прикоснуться. И еще, ты знаешь, что важно нам было и что есть, да, и потребителю, это соотношение цены и качества.
мы позиционируем резиденции архитекторов как премиум-класс по цене бизнес-класса. Да, и это действительно тренд. Так. Да, это факт. А в этом объекте есть все преимущества премиум-класса, о которых мы с тобой поговорили ранее, да, что отличает премиалку от бизнеса, но при этом стоимость его стремится все-таки к бизнес-классу. И можно сказать, что это отчасти народный выбор. Покупатель получает все, и первую линию, и хорошие панорамные виды, и всего 4-5 квартир на этаже, кулуарность некоторую, приятных соседей, благоустройство территории, идею, историческую какую-то основу, и в то же время за очень разумную цену. Я думаю, все это в комплексе позволило нам выиграть. Что касаемо продажи квартиры, а вернее даже квартир, ребята купили не так давно эти апартаменты, и на их взгляд эти апартаменты были куплены выгодно. На самом деле, если бы они подходили к покупке не путем прямого взаимодействия с застройщиком, а имели какой-то фильтр, и мы были бы тогда знакомы, как минимум, да, я бы им помог немножечко наперед заглянуть в отношении того, насколько себя объект оправдает или нет. Через год после того, как они его купили, а купили они там условно его за 13 миллионов рублей, через год оценочная стоимость рынка составляла там порядка 9-10 миллионов рублей. Это говорит о том, что им дали необходимую информацию на старте для принятия решения, было принято быстрое решение, и это быстрое решение привело к тому, что через какое-то количество времени непродолжительная была потеря в деньгах. Что касаемо вторых апартаментов, там мы продаем в те же деньги, в которые купили, отремонтировали, потому что объект достоин внимания, и продать даже его было непросто с учетом текущего рынка. От каких площадей у вас начинаются квартиры и от какой стоимости ваш проект бизнес-класса можно зайти покупать? Здорово. Спасибо. Квартиры начинаются по планировкам однокомнатные от 40 метров, но в основном те квартиры, которые именно 40 метров однокомнатные, они, то, о чем мы говорили, прилегают к двухкомнатным, к трехкомнатным квартирам для того, чтобы... Они больше сделаны с идеей объединения дальнейшего, да? Абсолютно верно. И как показывает покупатель, это действительно сработало нашей идеей. Сколько стоит 40 метров у вас? 200, ну, в первую очередь, если мы говорим, то есть 220 тысяч рублей за квадратный метр, от 220 до 275. Соответственно, 40 метров умножить 8,5, 9 миллионов. 8800, 40 метров, бизнес-класс. Честно могу сказать, то, что на первое впечатление, что проект соответствует бизнес-классу. И, возможно, даже больше, как я сказал чуть ранее, 8800, без отделки, вайтбокс вы не делаете? Нет. Вот это бы сняло нагрузку шумных работ. Абсолютно согласен, однако, когда ты делаешь вайтбокс, у тебя уже запроектированы розетки. Уже запроектировано, соответственно... Ограничения будущие да. для клиента вы делаете. От 220 за квадрат до... 275. 275. С этажом, с световыми характеристиками, с различными планировочными решениями. Это цена сегодняшнего дня, да? Это сегодня. А если взять котлован, начинали вы с цены метра какой? 180. 180. Есть ли у вас рассрочка, например? Конечно. Рассрочка дается от полугода до, соответственно, до окончания строительства. Первоначальный взнос 50% и равными платежами. С 50% вход, да? 50% первоначальный взнос, да, и равными платежами все разбивается на тот срок, на который хочет клиент. Наши фасады очень сложные, здесь большое количество материалов, здесь и натуральный камень, и керамогранитная плитка, и стеклофибробетон, и это только днем. Днем он выглядит таким образом. Ночью совершенно другая история. Ночью появляется архитектурная подсветка фасадов. Компания, которая нам делала это, Ultimatum Group, которая сделала большое количество освещения архитектурного именно в Москве, начиная от исторических зданий, это здание трех вокзалов, заканчивая тот же самый парк Зарядье, в котором продумана именно и динамическая подсветка, и историческая подсветка. Об этом можно отдельно разговаривать, у нас отдельная книга есть, посвященная этой подсветке. И каждый раз, каждый человек, который приобретает квартиру, он уже готов, все, он покупает ее. Но у нас есть, что ему рассказать, на следующий видит, на следующий, на следующий. Заморочились, молодцы. Видно, сделали на совесть. Так, и все же, давай, для кого этот проект создан, для кого вы его строите, кто ваша целевая аудитория?
Давай начнем все-таки с того, что строим мы его для людей. Угу. Для людей, которые разделяют наши убеждения, которым важна эмоциональная составляющая, важно действительно качество и комплексный подход девелопера. Если говорить с маркетинговой точки зрения, да, с точки зрения портрета, то, что мы имеем на текущий момент, есть небольшой перевес в долю мужской аудитории при покупке. Порядка 60%, 65% наших покупателей резиденции архитекторов все-таки мужчины от 35 до 45 лет. В основном это люди, имеющие семью, имеющие ребенка, успешные. Это владельцы бизнеса? Владельцы бизнеса и топ-менеджмент. Когда тебе 30, 35, 45, есть опыт за спиной, ты понимаешь, чего ты хочешь, когда ты этого хочешь, и ты выбираешь резиденцию архитекторов. Супер. Спасибо за резиденцию. Желаю вам удачи. Ребят, напишите о своих впечатлениях ниже в комментариях. Мы едем дальше. Это лоджия 11 квадратных метров, которая позволяет в своей квартире сделать некое дополнительное пространство. Кто-то любит зимний сад, кто-то любит, хочет себе поставить тренажерный зал. Большинство клиентов говорят о том, что у меня здесь будет зона отдыха. Эта история с лоджией-кабинетом очень большой отклик нашла в сердцах наших покупателей. И такие квартиры прежде всего покупаются. Друзья, ваши впечатления о жилом комплексе «Династия» компании «Сезар Групп»? Я свое впечатление сложил как пазл. Ниже ваши впечатления. Очень интересно было бы понять, насколько вы напитались всем тем, что нам удалось показать вам и рассказать. А ты, ёшкин кот, что это такое? Это август, колышащаяся трава в поле. Можете представить, что огромное поле, трава и вот это вот потоки ветра, которые закладывают эту траву. Это вторая картина, которая продана в Россию. Такие картины висят в офисе McKinsey. Такие работы у Deloitte в Бостоне висит такая картина, но из других серий. День новоселья как символ любви, тепла и понимания в вашем доме. Семья Ришко. 18 августа 2018. Кать, спасибо тебе, мужик. Когда меня будут спрашивать, Дима почему-то опоздал на встречу, я скажу, блядь, завис возле картины. Пытался понять август. Подытожить хочется тем, что мне искренне хотелось бы, чтобы люди совершали меньше ошибок при приобретении и вообще любых вопросах, связанных с недвижимостью. Потому что, если брать мое окружение, те люди, с которыми я совсем недавно познакомился, у которых есть трудности, я понимаю, что мне приходится эти трудности разгребать. Там есть базовые ошибки, которые были совершены, была спешка, было большое желание, и на фоне этого были допущены ошибки. Я бы хотел, чтобы вы совершали меньше ошибок при приобретении недвижимости. Тут важно иметь человека рядом, да, который будет искренне настроен помочь в решении того или иного вопроса и не ставить на первый план там сделать деньги. В первую очередь помочь. Этого не хватает рынку моему. И моя задача, моя миссия – принести это на рынок. Спасибо. Друзья, данный обзор подошел к концу. И хотелось бы обратиться к вам. Насколько для вас приоритетно важно при выборе недвижимости призовые места того или иного жилого комплекса? Готовы ли вы переплачивать за премиум, в то время как бизнес предлагает все то же самое на самом деле, просто в более массовом формате? То есть еще раз напомню, премиум – это локация и камерность, бизнес – это уже более масштабная стройка, это всевозможные разные локации. Что является приоритетом для вас? Ниже в комментариях. Вам спасибо, что были с нами. До встречи на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Счастливо!